Куда Бог? Зачем? Не знаю. Наталья Николаевна, добрый день. Извините, что с утра не написала. Дела, как всегда. Все нормально, приехала, я дома. Слава Богу, все хорошо. Надеюсь, что у вас тоже все добро. Танечка, за вас рады, а у нас тоже, слава Богу, мы оба дня практически из Петро. Ну, там, приезжали, уезжали. Вот, я выспалась, отдохнула, слава Богу. Сейчас я освобожусь совсем немножко. Молодец. Не она одна. А мне это больше всего надо. Самое занятое. Перевод с работы на работу и к бабушке. Ну, захотела пустить. Ну, конечно. Придется, не вперед. Ничего. Да все равно она будет звонить, что-то спрашивать. Бабушка такая же. Я ж дитём была, понимаешь? Вроде бы как дитю положено родителей слушать. А когда наоборот, она немножко... Что за... Да не, это я... Иди, кощуна.
если более-менее заряд 40%.